Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Алла Пугачева почтила память народного артиста России Михаила Жванецкого, который не дожил до своего 87-го дня рождения 4 месяца. В своем инстаграм-аккаунте Примадонна разместила снимок прославленного сатирика. В аннотации к нему артистка с сожалением констатировала уход Михаила Михайловича. «Гений умер», — написала Алла Борисовна, добавив, что смерть Жванецкого — это невосполнимая утрата. В комментариях к публикации солидарность со словами Пугачевой выразили Игорь Николаев, Наталья Якимчик, София Ротару, Ида Достман. Фолловеры певицы также оставили тысячи скорбных сообщений, в которых выразили горечь утраты. Напомним, месяц назад Михаил Михайлович объявил о прекращении концертной деятельности. Летом сатирик сетовал на плохое самочувствие. Некоторое время в СМИ ходили слухи, что у Михаила Михайловича якобы обнаружили онкологическое заболевание. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.